мне выскочила шайба, и я первым же движением попытался ее забить, хорошо получилось. 2+2 в финале, какая-то сказка, было хоть необычное у тебя настроение там перед игрой? Да нет, все как обычно. Перед овертаймом, правда, немножко это потемнело в глазах, а так все отлично было. Всю игру. Где медаль-то где? У жены. Турнир провел потрясающе, 12 очков, лучший форвард турнира, тебя назвали. Насколько здорово играть с Дусуком, с Капризом, с Бэтом Звене, ребята все вместе? Мне очень нравилось с ними играть, и я надеюсь, им тоже нравилось играть, поэтому выиграли, наверное. Сейчас уже почувствовал, что олимпийский чемпион, или еще? Да пока не особо, честно, очень устал. Поэтому сейчас хотелось бы чуть-чуть хотя бы отдохнуть, и я думаю, я пойму это. Героем страны ты себя можешь быть спасителем, так сказать? Да нет, я думаю, то, что у нас все молодцы и все сделали это дело. Давай вспомним каждый из голевых эпизодов сегодняшних, и когда отдавал, и когда забивал. Прямо давай пройдемся. Первый, когда отдал на Воинову, как там все получилось? Ну, я знал, что уже по времени конец периода, и получилось, что игрок на меня выбежал, и я увидел, что стал совершенно один по центру, я ему отдал, он хорошо бросил. Дальше первый твой гол. Получилось так, что я принял шайбу и увидел то, что игрок поверил, то, что я буду давать наверх, и потом я увидел, что вратарь ближний угол не держит, и бросил в голову, и все. Самый драматичный гол, ты немножко сказал, просто я не успел, честно говоря, еще вспомним еще раз, как это было. Думаю, ребята поборолись, мне шайба отскочила, я первым же движением решил, то, что надо бросать, то, что шанса больше может быть не быть. Вообще, что такое, да, и, собственно, овертайм, решающий гол, как там? Ну, честно, я сразу знал, что я буду отдавать Капризу. Капризу я знал, что буду отдавать, я просто ждал эту линию, мы со Славой очень долго давали друг другу пас. И я ждал, когда игрок уберет клюшку оттуда, и потом, когда я ему отдал, он бросил, я уже знал, что все. Это конец. Что в этот момент почувствовал? Не знаю. Это не объяснить, честно. Тебе еще Кучеров не звонил, не поздравлял? Да нет, я даже телефон еще не брал, честно. Поэтому не смотрел. Как вы будете отмечать сейчас? Есть, услышите? А? Есть, услышите? Что вообще значит для тебя играть с Дусуком? И какую роль он сыграл, может быть, в том, как это звено все играло в течение всего турнира? Паша выполнял очень большой объем работы, и за нас в обороне он вообще почти что все делал, нам оставалось впереди только придумать, и он нам всегда в этом помогал, поэтому у нас вроде неплохо получалось. Вы ты поражаешься, как и Каприз, что на что способен человек в 39 лет с таким голеностопом там, и так далее? Не знаю, я в Питере играю с Пашей, я знаю, на что он способен, поэтому я думаю, то, что мы, в принципе, свою силу сыграли сегодня. Кому хочешь посвятить свои голы и эту победу? Следующий вопрос. Никит, можешь сказать вот одно или два слова, почему мы стали чемпионами? Вот какая главная причина того, что мы выиграли сегодня? Потому что забили больше. В принципе, перед игрой думали, все-таки полегче будет, потому что совсем уж тяжело было. Честно, я перед игрой думал, что такая игра и будет, потому что там будет очень тяжело, и выиграем мы только за счет морально-волевых. Потому что немцы играют в такой неприятный хоккей, и все равно переживают, и финал — это и есть финал. Что чувствуют люди, которые оказываются фактически на краю пропасти, получая при проигрышном счете еще и удаление за 2 минуты до конца? Чувство отчаяния было какое-то? Что было? Да нет, я знаю, что игра длится 60 минут основного, и потом дальше, если ничья, поэтому мы должны были играть до самой последней секундочки. Как вообще получилось, что в меньшинстве вы с Капризом вышли? То, что, в принципе, 5-5 уже, потому что сменили вратаря, но как там все развивалось событие по тройке? Как вот? Я честно не помню, кто кого менял, но мне просто сказали, что я меняю вратаря, поэтому я, Вася, приехал, я выскочил, поехал в нападение, и все. Спасибо большое. Поздравляю.